Дамы и господа, в финале будет сегодняшнего вечера. Шамо Боксинг, Шамир Петросян, Дмитрий Чиликин. Клуб Вольта представляет вашему вниманию 10-раундовый поединок. Я приглашаю в ринг рефери. Встречаем победитель первенства Советского Союза по боксу Александр Калинкин. В синий угол ринга добро пожаловать Шерзод Мамаджонов, Узбекистан. Встречаем. Шерзод Мамаджонов, Узбекистан. Чемпион России в супертяжелой весовой категории. Встречаем Руслан Фафия, Краснодар, Россия. Боец, чей возраст 35 лет, рост 1 метр 77 сантиметров, вес 102 килограмма 500 граммов. На профессиональном ринге провел 15 боев, 8 побед, 7 поражений, ничьих не имеет. Дамы и господа, встречаем синего ринга Шерзод Мамаджонов, Узбекистан. Красного ринга. Боец, чей возраст 24 года, рост 1 метр 85 сантиметров, вес 103 килограмма. На профессиональном ринге провел 11 боев, 11 побед, 6 побед нокаутом. Действующий чемпион России в супертяжелой весовой категории. Дамы и господа, встречаем красный угол ринга Руслан Фафия, город Краснодар, Россия. Боксер центра ринга. Команда стоп, прекращение. Брейк делаю шаги. Слава успеху. Формула поединка. 10 раундов по 3 минуты. Готовы, красавцы? Все не готовы? Можно. Первый раунд. Время работы обратной двойкой.
мистику. Руслан Пафер, действующий чемпион супертяжелой весовой категории, действующий чемпион России, 24 года, боксер, рост 1 метр 85 сантиметров, вес 103 килограмма. Профессиональный рекорд, 11 боев, 11 побед, 6 побед нокаутом. Красный угол ринга, Руслан Пафер, город Краснодар, Россия. Travel the world and the seven seas. Everybody is
третий раунд. Стоп. Я тут так перебираю.
художник, того голова. Поддержим боксера. Боксеры центра ринга. Уважаемая публика, победа в 10-раундовом поединке. В 4-м раунде на 57-й секунде техническим нокаутом одержал Руслан Фофер. Город Краснодар, Россия. Победой и с 7-м досрочным одержанным верхом над своими соперниками. Прокомментируйте поединок. Ну, всем добрый вечер. Поединок, ну, оказался не так прост, как мы думали. Боксер достаточно опытный, чувствительный. Но мы сделали все, что могли, показали. Я надеюсь, показал школу своего тренера. Виктор, можно вас тоже пригласить в ринг? Виктор Петроченко, давайте аплодисментами поприветствуем. Город Самара. Добрый вечер. И по традиции, когда Руслан выступает на шоу «Шамо Боксинг», мы разговариваем и с вами, и с Русланом. Прокомментируйте вы этот поединок. Ну, правильно сказал Руслан, бой не так просто казался. В общем-то, мы не рассчитывали, что будет совсем легко, но, в принципе, он показал то, что... Во-первых, он пытался до конца боксировать, не сдавался. Это очень большой плюс ему. Обычно боксеры, которые чувствуют разницу в классе, ну, те, кто оппонентом является, отдают бой. Он дрался до конца. У него, да, хороший опыт, он боксировал с сильными бойцами. Хоть и проигрывал немало, но у него сильные оппоненты были очень. Поэтому он прошел хорошую закалку, и бой был, в принципе, Руслану полезен. Конечно, он на нем, не сказать, что он вырос на нем, но мы попробовали новые вещи, которые я ему давал на тренировках, там, отрабатывали. Смену стойк, комбинации, спрятать удар пытались там. Это все очень частично прошло. Поэтому то, что мы делаем, я думаю, это будет эффективно в дальнейшем. Вот сейчас он это почувствовал. Скажите, от боя к бою Руслан становится больше, физически больше. Он набирает вес. Вы приняли решение уйти от крузервейта и перейти в супертяжелую весовую категорию. Не кажется вам, что Руслан стал более медленный, ему тяжело дышать в этой весовой категории? Ну, он сейчас он набирает вес, мы, то есть, много атлетизмом занимаемся, и намеренно делали работу, атлетизм занимались, а не боксерской работой. Он вообще не боксировал, он один провел там просто 4 раунда спарринга, один раз и все. А так мы с ним вдвоем отрабатывали там на лапах, даже кое-какие вещи там специальные делали. Он работает на набор веса. Я говорю, хочу, чтобы он стал как бы исключением из правил среди маленьких супертяжеловесов. Был бы подвижный, мобильный, арсенал большой у него должен быть технический, и защита, в первую очередь, разнообразная, и ноги, и туловищем защищался, и руками. Это все сейчас мы над этим работаем, поэтому я думаю, что попробуем в супертяжелом весе побоксировать, и дальше будет видно, что делать. Пожелаем удачи! Руслан Фафер, его команда, его тренер Виктор Петроченко. Аплодисменты, дорогие друзья, с очередной победой Руслана. И разрешите от лица организаторов «Шамо Боксинг» Шамира Петросяна, Дмитрия Чирикина, клуба «Вольта» пожелать вам удачи, успехов и до новых встреч. Его Величество, профессиональный бокс. Шоу «Гладиатор».